В госавтоинспекции Рязанской области проходит проверка специализированного транспорта готовности к зимнему периоду. Особое внимание уделяют техническому состоянию автомобилей, работе спецсигналов и громкоговорящих устройств. Проверяется также укомплектованность автомобилей оборудованием, необходимым в работе сотрудникам ДПС. При проведении проверки каких-либо серьезных недостатков выявлено не было. Все замечания проверяющих были устранены на месте. Такие проверки проходят регулярно. Они позволяют постоянно поддерживать транспорт в хорошем техническом состоянии, ведь именно от спецавтомобилей зависит оперативность работы сотрудников ГИБДД. На данный момент весь транспорт полностью укомплектован и готов к несению службы в зимних условиях. Также сотрудники госавтоинспекции обратились к водителям, которые еще не поменяли резину на своем автомобиле, и попросили их не откладывать это дело на потом.